Осадов Эдуард Аркадьевич. Ей было 12, 13 ему. Им бы дружить всегда. Но люди понять не могли, почему такая у них вражда. Он звал ее бомбою и весной обстреливал снегом талом. Она в ответ его сатаной скелетом и зубоскалом. Когда он стекло мечом разбивал, она его уличала, а он ей на косы жуков сажал. Совал ей лягушек и хохотал, когда она верещала. Ей было 15, 16 ему, но он не менялся никак. И все уже знали давно, почему он ей не сосед, а враг. Он бомбы ее по-прежнему звал, гонял насмешками в дрожь. И только снегом уже не швырял и диких не корчил рожь. Выйдет порой из подъезда она, привычно глянет на крышу, где свист, где турманов кружит волна, и даже сморщится, ну, сатана, как я тебя ненавижу. А если праздник приходит в дом, она нет-нет и шепнет за столом. Ах, как это славно, право, что он к нам в гости не приглашен. И мама, ставя на стол пироги, скажет дочке своей: «Конечно, ведь мы приглашаем друзей, зачем нам твои враги? Ей 19, 20 ему, они студенты уже. Но тот же холод на их этаже, недругам мир, ни к чему. Теперь он бомбы ее не звал, не корчил, как в детстве рожи, а тетей химии величал и тетей колбою тоже. Она же гневом своим полна, привычкам не изменяла. И так же сердилась, ну, сатана, и так же его презирала. Был вечер, и пахло в садах весной. Дрожала звезда, мигая. Шел паренек с девчонкой одной, домой ее провожая. Он не был с ней даже знаком почти, просто шумел карнавал. Просто было им по пути, девчонка боялась домой идти, и он ее провожал. Потом, когда в полночь взошла луна, свистя возвращался назад. И вдруг возле дома: «Стой, сатана, стой, тебе говорят! Все ясно, все ясно. Так вот ты какой! Значит, встречаешься с ней? С какой-то фитюлькой, пустой, дрянной, не смей! Ты слышишь, не смей! Даже не спрашивай, почему!» Сердито шагнула ближе, и вдруг, заплакав, прижалась к нему: «Мой, не отдам, не отдам никому! Как я тебя ненавижу!»